Так, в интернет-магазине Online Trade Ru был приобретен аккумулятор BL5C фирмы Nokia. Так, вот что себя представляет упаковка. То есть упакован аккумулятор в стандартную упаковку. Так, ну и на обратной стороне, то есть представлена информация как на русском языке, так и на других языках, куда поставляется данный аккумулятор. Единственное, хочу обратить внимание, если видно. Срок действия написан вот здесь. То есть с 14 по 05 2013 года по 13 05 2018 года. То есть данный аккумулятор приобретался для видеорегистратора Intega HD290 взамен, соответственно, тому, который поставлялся с этим регистратором. Так, ну, сейчас вскроем. Так, внутри упаковки, соответственно, находится инструкция с основными выдержками. Также на русском языке. Так, ну и сам аккумулятор. Так, вот что он себя представляет. То есть он черного цвета. Соответственно, на обратной стороне написаны характеристики. То есть тип аккумулятора BL5C. То есть на 1200 мАч, на 3,7 вольта, ну и 3,8 ватт-часов использования. Так, с этой стороны латунные концы, кстати, они были закрыты пленкой. То есть я уже открывал эту упаковку, поэтому снял, соответственно, защитную пленку с латунных концов, что достаточно хорошо, чтобы латунные концы, соответственно, так называемые, заветрились, то есть не покрывались, не закислялись. Так, вот что себя представляет, соответственно, батарейка. Так, ну и давайте поместим видеорегистратор. Вот он помещается. Ну и, соответственно, видеорегистратор работает. То есть изначально было где-то 66% заряда. Вот я зарядил эту батарейку. В настоящее время стало больше. Так, ну и как видим, то есть в самом паспорте, соответственно, видеорегистратора, то есть рекомендован данный тип аккумулятора. Поэтому он достаточно хорошо подошел к нему. Так, ну и вот, в общем, из чего состоит комплект, соответственно, поставки данного аккумулятора потребителю.